И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами поиграемся в игрушку, которую я уже как-то раз давным-давно играл под названием Forts. Это, ребята, игрушка, если про нее не знаете, про строительство фортов, начиненные тонны оружия, про добычу различных ресурсов для укрепления фортов, для того, чтобы драться с другими фортами. Да, как вы догадываетесь, здесь все завязано на этих фортах. И, ребята, сделано это очень интересно, если вдруг вы не видели. И почему вдруг я вновь решил вернуться в эту игрушку? Ну, потому что прошло довольно много времени, игрушку допилили, на нее даже вышел апдейт от Tons of Guns, то есть здесь добавили кучу новых пушек, плюс обновление ведь и совсем недавно вышло, и также наконец-то сделали русский язык, который уже более-менее приятный, по крайней мере, и это означает, что я хочу теперь снова с вами пройти, поэтому, ребята, если вам будет это интересно, если вы захотите продолжение по этой игрушке, то можете поставить лайк данному ролику, и мы с вами будем проходить дальше. Я прошел обучающий первый уровень пока что, а прогресс у меня сбросился, но думаю, что даже так лучше, потому что можно будет теперь знакомиться с игрушкой по-нормальному. А, в общем, следующая у нас миссия. Кстати, да, здесь есть компания, мы ее, наверное, будем проходить, если будет вам интересно. А, ресурсы и ремонт. Уничтожьте вражеский форт, постройте турбину, имеющий 100% эффективность, защититесь от минометной атаки. Равнение налево, новобранец. Мирно, в этом обучающем задании освоишь принципы, в общем, понятно, хранение ресурсов и тому подобное. Ну, в общем, разберемся. Это все довольно просто. Это реактор. Да, спасибо, я знаю, что это реактор. Да, показывает, насколько он перегревается. А, и можно вот так вот на него посмотреть поближе. Ну, это запас здоровья, да, я знаю, что запас здоровья, мне он не особо интересен. Ну, окей, это запас здоровья, все, я про это знаю. А ресурсы у нас добываются, вот сюда надо кликать. Здесь мы ставим с вами шахту, чтобы добывать ресурсы. Также ставим склад металлов, его нужно размещать желательно внутри, поэтому где-нибудь внутри его и поставим. Также нужна ветровая эта турбина. Нужна турбина, имеющая 100% эффективность, поэтому нужно бы, наверное, ее построить как можно выше, да. Здесь только 80%, поэтому давайте построим пару этажей, походу. Так, если, конечно... Нет, с самого начала мне не дает построить такую турбину на 100%. Ну, видимо, чуть попозже мне разрешит. Ладно, пусть пока будет так. И батарея, в которой хранится также энергия. У нее есть определенная емкость, можно сюда поставить. Правда, если ее уничтожает, то нанесет урон всему вокруг, и поэтому достанется нашему вот этому самому реактору. Ну, что уж поделать, она слишком близко к реактору. Теперь постройте третью шахту и установите ветровую турбину. Да-да-да-да-да. Сейчас мы все это сделаем быстренько. А, так, шахта. Давайте сюда. Здесь дальше ресурсов, как видите, вот здесь прямо находится. И давайте-ка поднимем форт, чтобы сделать более мощную ветровую у нас эту турбину с вами. Так, я, правда, здесь буду закрывать поток, ну что поделать. Так, вот так, вот так, вот так. И здесь будет 100% эффективность. Вот сюда и ставим. А, все, максимально крутую энергию мы добиваем сейчас. И будем защищаться от минометной атаки. Потому что сейчас нас начнут очень люто бомбить вот таким вот образом. Сейчас у нас может все развалиться, но ничего. А, сейчас у нас появится свое оружие, мы, конечно же, отомстим. Так, надо починиться нам. А, или правую и левую клавишу мыши. Да, вот так нажимаем и можем все чинить, что очень здорово, конечно же. А, если бы иначе мы не чинились, мы бы уже давно развалились от первых же минометных атак. Так, пожар, пожар, пожар. Нажмите, чтобы потушить. Да я уж нажал. Все, его тушит. Отлично. Прекрасно. Кто это напалит? Думаю, что я ничего не замечаю. Ну, давайте посмотрим, кто по нам палит. По нам палит вот этот вот товарищ. Как те мои минометы, Шокинов. Теперь ты поплачешь за то, что сделал с моим фортом. Ну, мы уже его одну базу разнесли, поэтому немножко разозлился. Так, защититься от атаки нам нужно. Так, а вы мне дадите возможность построить-то что-то? Ну, ладно, придется, короче говоря. А, вот оно, отлично. Так, минометные атаки защититься. Это, конечно, то еще дело. А попасть по бомбам достаточно непросто. По минометам, вот этим снарядам. Это, я говорю, ой-ой-ой. Хилимся, хилимся, хилимся. Блин, у меня ветровая башня взорвалась наша. Ну ладно. Так, на, блин, хрен попадешь, нормально. Но защищаться написано с какое-то определенное время. Поэтому будем защищаться, что уж поделать. Так, ох, отлично, красиво-то как попали. Так, и давай еще раз прямо кверху залп. Ох, еще одно уничтожено. Так, и давайте еще. Так, а вот все, теперь у нас есть свой миномет. Тяжелый миномет, давайте-ка его поставим. И сейчас будем бомбить по его наглой задницы, рожи и тому подобное. Так, куда мы ему запульнем? Давайте прямо вот прямо в его миномет и запульнем как раз туда. Так, и вот так вот продолжим его бомбить потихоньку. Тяжелый миномет, это, конечно, эпично, да. Так, надо реактор его, конечно, раздолбить лучше, чтобы... Так, от минометной атаки защитились. Все круто, да. Все, осталось только ему базу раздолбить, и мы с вами пройдем дальше. Господи, что-то у меня сегодня язык заплетается. Это нифига непрофессионально. Так. Все, минус база. Шикарно. Мы с вами
Ему показали, кто здесь босс, и получили также 3 капельки. Капельки нам нужны идти для того, чтобы проходить дальше, и чем больше мы их получим, тем, понятное дело, все круче. Ну что, победа, да? Будь ты проклят. Ну, в общем-то, понятно, он нас проклинает, нас не любит, но нам скорее надо переходить дальше к самому-самому интересному. Это сейчас обучающие этапы, это типа, ну, такое. Самое интересное, это уже переходить на другие локации. Вот, теперь мы в Африке с вами, новый театр боевых действий. Так, Африки раньше, по-моему, не было, или была Африка? Ну и, по крайней мере, такой заставки вроде бы не было, что-то не помню. Так, уничтожьте вражеский форт, создайте пулеметный расчет, вышка не повреждена. Ну что, давайте попробуем. Вышка не повреждена, это достаточно тяжело. На самом деле, объявляем это месторождение собственную армию драконы. Ваша агрессия, ваше бесчестие. Эй, парень, полегче, сейчас мы тут форт отстроим, покажем тебе, где раки зимуют. Ну, у чувака там, конечно, один раз попасть и все бочки поуничтожает. Так, противник строит форт на нашей территории, у них имеется миномет. Тут они хотят разместить снайпера, чтобы он защищал миномет. Блин, снайпер — это неприятная тема, тоже хочу себе снайпера. Так, объедини в одну группу. О, точно, можно же в группу объединять. Вот я забыл. Попробуй защитить бровую от огня миномета. Пулемет автоматически стреляет по вражеским минометным снарядам. Так, круто. Хотелось бы, чтобы они сами сбили. Хочешь совет, стреляй по той поврежденной распорке. Да-да-да-да, которая позволит продорвать бочку, разрушить весь форт. Да круто, разберемся сейчас. Так, ну сделать страну великой, командир. Да-да-да-да-да, мы с этим сейчас разберемся. Нужно сначала вот это сделать. Так, дайте мне построить оборону. Можно построить? Нет, только пулеметные расчеты могу ставить, что ли? Ну ладно, объединяем их в большее количество и пытаемся сейчас защититься как-никак. Как-никак, как никогда. Так, что у нас еще строится, пока все остальное? Ну, эти чуваки уже не смогут воевать нормально, ждем тогда третью постройку и объединяемся. Пулеметный расчет у нас готов, сейчас мы дадим с вами супер очередь. На, просто! Так, надо сбить эту фигню, пока нам не раздолбили нашу вышку. Вышка не повреждена, какая имеется в виду вышка, наша или вот та самая? Блин, перегрев, черт! Надеюсь, что она выдержит всю атаку. Блин, перегрев, это, конечно, не круто, но мне планы мои руинить будет. Так, ну что, сколько там ударов осталось? Ох, отлично, все, сейчас у нас все будет взрываться, и мы открыли ему ту самую точку, в которую можно продамажить и взорвать всю базу к чертям. Все, готов! Вышка не повреждена, наверное, я не выполнил. Надо было ни разу не дать ее задамажить, я полагаю, да? Да, нельзя было ни разу задамажить. Ну ладно, в следующий раз пройдем на все 3 капельки, не суть важно. Сейчас можно пока что двигаться побыстрее вперед. Следующая миссия, пошли на следующую миссию с вами. Так, следующая миссия у нас уничтожьте вражеский форт. Первые 2 выстрела в яблочко. Не дайте врагу установить пулемет. Блин, вот это жестко. Так, ваша настойчивость, хоть и бессмысленность, заслуживает уважения. Мои пулеметы подобны палочкам для еды, хватающим мух прямо в воздухе. Снайперы империи справятся с ними в 2 счета. Ну давайте попробуем. Залежи, так, залежи нефти находятся под защитой небольшого вражеского форта. К сожалению, они не ставили для нас взрывчатых бочек. Ну да, тут потяжелее будет, как-никак. Поэтому для уничтожения форта мы разместили здесь минометный расчет. Круто. Так, однако вражеский пулеметный огонь подавляет наши минометы. Ну, для этого у нас до снайпера добраться. Здесь мы разместили снайпера. Так, нарастите форт в высоту. Да, изи. Давай, все, погнали строить высоту. Сейчас построим супер башню, все дела. Надо как можно быстрее так построиться. Так. Давай. Главное, чтобы не развалилось у нас все это дело. Так, все отлично, я сделал все красиво, мы подсоединились. И первые 2 выстрела должны быть в яблочко. Блин, ну это, конечно, супер трудно, по мне. Так, открываем. Ну, конечно, первые 2 выстрела в яблочко. Да. Конечно же, я первыми 2 выстрелами точно попаду в яблочко. Хотя довольно неплохо, на самом деле, стрельнул. В этот раз. В этот раз вообще офигенно, хотя даже особо не целился. Так, первый выстрел, не дайте восстановить пулемет. Не дам я восстановить пулемет, хотя бы в чем-то я должен выиграть, да? Так, ну попробуй, начни его строить. Я тебе сразу же звездюль пропишу. Где твой пулемет? Куда ты его будешь строить? Сверху, снизу? Где он его начнет строить-то? Ну, он даже не начинает его строить, чтобы ему не дал его восстановить. Так, а нет, вот походу наверху что-то начал строить. Так, не восстановил. Так, чё, где следующий? Он там еще броню укрепляет. Я, конечно, могу тоже ему наваливать потихоньку, но... Ну, в принципе, мы и так справились. Единственное, что не выполнил, это 2 выстрела в яблочко в самом начале не сделал. Ну, бывает в жизни огорчение. Форт мы уничтожили, 2 выстрела провалился. Ну, сделаем в следующий раз, доберемся еще до этого. Это не самое важное, мы и без этих пройдем. Главное, хотя бы по 2 капельки получать, и мы вроде как пройдем до следующей локации, да. Слушай, следующая локация требует всего 6 капель, чтобы пройти. Так, уничтожьте вражеский форт, уничтожьте обе минометы прицельным огнем, не допустите уничтожения моста. Так, какой-то мост надо будет защищать между вот этими 2, что ли?
ваш мост рушится, прямо как городская инфраструктура у вас на родине. Зато мы не экономим на технике безопасности. Верхом на бомбе, хэштег. Так, противник построил ржаный минометный форт, где полно нефти. Окей. Так, а здесь что? Наш форт построен из деревянной обрешетки, туши пожар, возникающий при попадании минометов. Окей. Так, да, мост сейчас соединим. Там снайпер сидит. Окей, окей, я понял. Все. Так, чиним, чиним. А, нет, не могу здесь чинить. Так, ладно, это мы соединяем. Так, сюда, сюда и вот сюда. Чё за дичь? Так, вот сюда. Отлично, все, чинимся, 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 наращиваем больше брони тогда нам, чтобы здесь так легко нас не пробили. Надо сделать мост более крепким. Как-никак. Так, сейчас будут бомбить очень жестко, тушить пожары. Давайте, давайте, давайте. Сейчас я быстренько здесь дострою слой брони. И все будет у нас с вами очень даже круто. Так, тихо, только нужно соединить с чем-то. Так, сюда. Надо, говорю, слой брони уже сделать. Это нормально, чтобы все держалось у нас с вами круто. Так, пожар тушите скорее. Так, ребята, 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 в темпе. Надо сделать срочно защиту, как-никак. Так, здесь прибавим, вот сюда слой. И так, здесь начинает крушить. Здесь пропало крепеж у нас. Так, здесь еще вот это фигово как-то соединено, надо бы доделать нормально. Так, здесь готово. И еще бы брони надо добавить, наверное. Так, давайте вот так вот сделаем. Так, ну, конечно, пробивает все равно очень жестко нас. Но ладно, сейчас будем чиниться и надеюсь, что справимся. Так, снайпер у нас готов. Уничтожьте оба миномета прицельным огнем. Так, надо рикошетом, походу, отбивать, да? Угу, то есть надо вот туда попасть, и мы пробьем тогда как надо. Блин, ну это, конечно, тоже непросто. Чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже. Так, ага, и вот сюда еще, да? Так, давай, давай, давай. Блин, нет, выше, 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 выше. Давай, ну блин, да господи, как же тяжело стрелять в этой игре на самом деле, особенно снайпером. Так. Ну я же должен был попасть в рикошет. О, так. А что такое, как будто бы у меня немножко откидывается место выстрела. Так, вот сюда тогда практически попали. Все, отлично, мост чиню, мост чиню. Не допустить уничтожения моста, это готово. Так, там дальше пожар произошел. И надо сейчас рикошетом попасть в вот то самое маленькое место, да? О, с первого выстрела попал. Где до этого была моя точность, на самом деле? На самом деле, она как-то ушла, походу, в этом заходе. Ну ладно, зато все три задания выполнили. Это было самое простое. По крайней мере, здесь труднее всего было налажать. Так, ну и где твои честь и слава, дракончик? Мы вас под орех разделали. Ха, гляжу, вы освоили обычное оружие. Ну а наши инженеры тем временем работали над его улучшением. Увидимся в пустыне, кузнечик. А, в общем, там будет что-то более мощное, походу, нашего чувака. Окей. Посмотрим. Посмотрим. Так, Ближний Восток у нас появился. И следующая миссия. Уничтожьте вражеский форт, постройте пулемет с нуля, не дайте врагу достроить миномет. Блин, не люблю, когда врагу нужно что-то не дать достроить. Так, центр улучшения наш, красть. Это по-свински, это легко, но бесчестно. Так, это наш центр улучшения, мы его честно купили. Альтернативные что-то там было написано. Хэштег опять. Противник строит форт с минометами, чтобы защитить этот район. Реактор этого форта защищен броней. Да, на самом деле, ее нетрудно пробить. Так, предметы могут сбивать все минометные снаряды, но почти не носят ущерба броне. Построим мост, чтобы устранить сообщение с этим уступом. Отсюда еще один пост к форпосту, чтобы получить доступ к нашему центру улучшений. Так, затем улучши пулеметы, чтобы получить скорострельные пулеметы. Для этого щелкни по ним правой клавишей мыши и нажми стрелку вверх. В общем, я вас понял. Так, давайте быстрее делать уже соединение. Так, блин, да дайте мне соединиться с мостом. Так, сюда, все. Так, господи, что ты делаешь? Игра, зачем ты так странно соединяешься? Так, ладно, готово, допустим. Здесь надо бы еще, наверное, пулеметчика поставить одного, чтобы он лучше дефил. Так, у нас задание ПКМ для смены группы мне. Чего? Почему с броней-то ставится? Я ж не хотел с броней. Так, а можно... В чем твоя проблема-то, чувак? Я сюда... Я не хотел вот это ставить вообще. Почему оно появилось? Так, удаляем к черту. В этом не было никакой логики в этом строительстве. Этого вообще быть не должно было. Так. Что, по одной штуке или веревками надо удерживать тогда эту конструкцию? Так, видимо, надо веревками держать, поэтому она обваливается. Так, давайте будем вот так строить теперь конструкцию. И вот здесь можно еще чем-нибудь поддержать. Вот так, например, и конструкцию достроить. Все, мы соединили, наладили мост. Теперь можно что-то и построить помощнее, чтобы держалось получше. Ага, готово. Так, еще бы я еще пулемет разместил какой-нибудь вот сюда, чтобы получше дефили. И где-нибудь вот здесь еще можно поставить, чтобы также защищаться. Не дайте врагу подостроить миномет. Так, надо улучшить, подождите, наших ребят. Как улучшить? Там правой клавишей мыши мне сказали. Улучшение. И
улучшение и улучшение. Давайте. Так, а тебя нельзя улучшать? Серьезно? В чем проблема? Так, а миномет он не построил? Нет, он еще не построил, так что у нас есть время вполне себе, но эти ребята не улучшаются. Ждем тогда, когда вот эти прокачаются, мощные пулеметы, и пробьем скорее ему сердцевину. Так, давайте, ребята, объекты несовместимы. Да не хотел я этих ребят. Так, вот, все готово. И прям в сердцевину им. Давай. Ребята, быстрее. О, господи, какая у них долгая перезарядка, оказывается. Так, если такая долгая перезарядка, то, конечно, нифига не круто. Но мы взорвали им ядро, так что окей. Постройте пулемет с нуля. Я ж построил пулемет с нуля, не? Так, что-то я не понял. Я думал, что просто автомат построить, это будет уже выполнением задания. Ну ладно, видимо, надо было прокачать, а потом построить, скорее всего, этот пулемет. Так имелось в виду, наверное. Так, следующая миссия у нас: уничтожьте вражеский форт, не дайте врагу выстрелить, победить с помощью цепной реакции. Ой, я, кажется, помню эту миссию. Так, так, снайперов нельзя объединять в один отряд. Так, а куда стрелять-то нужно? Так, что-то я не помню. Надо где-то пробить что-то или что? Так, центр улучшений. Ага, вижу вражеского снайпера. Блин, ну их надо в разные группы объединить. Было бы 1, 2, 3. Так, все отлично. Только порядок у меня очень странный по итогу получился. Так, стреляйте давайте, ребята. Так, порядок действий. Нет, высоко слишком. Слишком низко. Так. О, идеально. Не дайте врагу выстрелить. Ну вот пытаюсь не дать ему выстрелить. Но в итоге стреляю куда-то не туда совсем. Блин, это очень странно. Почему в одну группу нельзя объединить кучу снайперов? В чем проблема? Так, выше. Так, еще выше. Тут вот так. Нет. Блин, да господи, эта структура меня путает. Так, снова убил снайпера. Отлично просто. Так, а цепной реакции это как я должен? Ну, выстрелил меня уже. Я просто плохо понимаю, как здесь стрелять снайперами. Так, победить с помощью цепной реакции. А что я должен здесь был пробить такое? Типа... А, снайпера уже, наверное, можно улучшить было. Все, я понял. Да-да-да, вспомнил. Да, давайте заново сразу. А, надо просто докопаться до центра улучшений было, и мы бы с вами смогли сделать такую крутую вещь, как улучшить снайперов, чтобы они были бронебойными. Так, улучшить, улучшить и улучшить. Все. Сейчас они будут пробивать сквозь броню, так что нам будет гораздо проще. В этом плане так... Ну что, ждем, пока улучшается тогда. Единственное, что этот чувак, надеюсь, не успеет выстрелить. Он тоже бронебойную броню делает, поэтому... А, точнее, бронебойные снайперки, видите, какие они стали жесткие. Так, и надо бы еще подконтрольной... Ой, господи, не это я хотел нажать. Так, все, подконтрольной группы сделал. Сейчас хотя бы они правильно сделаны. Так, давай. Блин, да он уже выстрелил! Пошел ты. Так, сейчас я ему пробью саму базу. На! Это я надеюсь, что я победил цепной реакцией, считается, или... Так, не победить с помощью цепной... Вы что, серьезно, что ли? Это не считается, по вашему мнению, что это я... Не, мне так не нравится, я хочу... Ну, хотя она была через верх стрельнуть, но по сути-то я взорвал бочки. Так, ну ладно, короче, понятно. Улучшаем мы только одного. Да, блин, надо до базы докопаться. Давай, быстрей. Все, докопался. Нет? О, великолепно, просто всю базу развалил. А до этого что-то не мешало ей не разваливаться, да? Так. Супер просто. Я великолепно строю, я знаю. Так. Давай сюда. Сюда. Нет, не хочет опять. Не хочет опять настроиться, как я хочу. Давайте еще раз заново. Так. Я просто хочу по-быстрому построить, она выпендриваться начинает. Вот, вот так должно было с самого начала быть. Так, улучшение, давай, делайся, улучшение. Остальные будут чуваки просто сейчас снайперить их снайперов. Так. Блин, не попал. Надо, там, конечно, в такую надо щелочку попасть, но я попал вроде как. Если это считается попаданием, то я попал. Так, теперь надо будет остальных этих чуваков бомбить. Тут хотя бы точка прицела у меня уже указана, куда стрелять. Здесь бы хорошо прицелиться вот в эту маленькую. Так, давайте заодно с вами ее и попробуем прикинуть. Вот, все, она стоит. Так, отлично. И теперь остается только попасть нам вот туда. Ну, почти. Немножечко ошибся. Еще разочек. Давай. Да господи! Чуть-чуть. Блин, он уже снайпера построил. Все, отлично, так. И выстрел. Все, готов. Все, мы идеально выполнили это задание. Не дали не выстрелить и победили с помощью цепной реакции. Все, готово. Так, наведите курсор, нажмите Е, чтобы выстрелить. Да, а чё, какая разница-то, как стрелять-то? На Е, не на Е. Если бы я мог от первого лица выстрелить, то это другой разговор был бы. Следующее задание, что у нас? Идет.
Так, на следующую локацию мы уже с вами почти перебрались. Уничтожьте вражеский форт, расстреляйте приметы через закрытые двери, не допустите повреждения брони. Так. Расстреляйте приметы через закрытые двери. Это снайпером получается. Уничтожьте вражеский форт, понятно, не допустите повреждения брони. Вообще повреждения или как? Так. Ну окей, я понял вас. Достраиваемся до следующей базы. Так, я вообще-то не так хотел строить. Что ты делаешь, игра? Ладно, короче. Буду строить так, как хотел строить с самого начала. Так, мне нужна веревка. Че, а че, веревки нет, что ли? Блин, а как я без веревки-то буду нормально строиться? Это какая-то неадекватная часть будет. Не допустите повреждений. Да он уже развалилось у нас все. К чертям. Ладно. Давайте построим вот таким вот образом. Тут специально сделали, типа, чтобы я вот так строил. Поэтому давайте построим так, как хочет этого игра. Так. Абсолютно так, как хочет этого игра. Пока нас не развалили еще. Так, давай что-нибудь опору какую-нибудь. Где там опорные? Фаново. Нет, здесь... А, нет, больше здесь нет еще опорных. По-моему, потом должны будут появиться еще опорные балки. Которые прям такие лютые. Так... что, будет держаться, не будет у нас структуры. Мне кажется, сейчас она развалится у меня. Так, это я не так хотел построить. Так, давайте кверху. Кверху. И просто... Так. Это было смешно, конечно, да. Такого поражения не ждал. Так, стоп. Мы должны до сюда достроиться. Как я должен до сюда достроиться? Просто палками это не прокатит. Как бы я не хотел. Ну, тогда можно, конечно, еще вот так попробовать, когда игра даст мне возможность схватиться хоть за что-то и перестанет считать, что я держу тот объект вообще хоть как-то. Еще удалить его надо. Так. Давай сюда. Сейчас снова все вырвет просто, как обычно. Так. Как оно и должно было с самого начала у него случиться. Так. Давай как-нибудь мы укрепим это ужасное сооружение, но я думаю, что в этот раз оно хотя бы дотянется подальше. Так. Какой ужас надо построить. Просто оно нифига не держится. Что у нас по технологиям? Центр улучшений. У нас есть снайпер. Давайте, кстати говоря, сразу этот вопрос попробуем и разрулить. Может быть, можно без пристройки в ту самую сторону забить на эту идею. И просто не допустить повреждения через закрытые двери. Ну все, окей, буду так проходить. Расстреляю и не допущу повреждений брони. Повреждений брони чего, например? Не совсем непонятно. Нашего форта или какого форта? Не допустить повреждения брони имеется в виду. Так, ладно, давай улучшение. Так, улучшайся. А, еще не готов у нас форт. Ну, ждем тогда, что. Хотя я могу, по идее, без улучшения его пробить. Просто надо будет попасть тогда, когда он щелку открывает. Так, ну это прям через закрытые двери. А, именно через закрытые двери, да. То есть тогда в любом случае мне нельзя. Ну, ждем, что. И тут нельзя чинить, поэтому... Давайте укрепим дальше форт. Наш обычный родненький форт. Будем укреплять вот такими сооружениями страшными. Так, что, улучшение-то скоро будет готово? Нет, еще сейчас само снайпера ждать надо на улучшение. Так, все готово. На материалы. Давайте мы оборонительную здесь какую-нибудь палку построим, чтобы нас чувак все-таки стрелять мог. Так, как я хочу. Так, железяку надо вот такую. И вот здесь кусок вот этого ужаса. Такс. Давай. Да я знаю, что опора нужна. Я что делаю-то, по-вашему? Так. А можно мне было вот не вот это поставить, а то, что я хотел? Ладно, фиг с ним. Короче, пробиваю броню. Так, первый готов. Давай, не открой только дверь, пожалуйста. Так, второй пошел. Готово. Не допустите повреждения брони. Так, ну, я фиг его знает, повредилась броня или нет, но, в общем-то, я выполнил это задание. Я не понял, какой именно брони повреждений нельзя допустить. Брони нашей базы или брони вот этой стены. Скошенная броня отражает пули. Ну, это понятно. Так, пулеметы, минометы, снайперы, бронебойными, все готово. Прошли еще один квест и открываем следующую локацию, на которой я остановился, собственно, и в прошлых сериях. Я до нее вот только и дошел. Европа у нас пошла.
и будем здесь уже проходить в следующих сериях. А тут в целом я просто хотел узнать, интересного продолжения по этой игре или нет. Хотелось бы прохождения по ней. Если да, то вы можете лайк поставить, набирается нужное количество лайков, ну, точнее, более-менее нормальное количество лайков, то продолжение я подумаю о том, чтобы его все-таки сделать. И если набирается 3000 лайков, то стопудово продолжение выходит. А это такой, это цифра, которая гарантирует новую серию уже, можно сказать, даже на следующий день. Вот. Поэтому лайки ставьте, подписывайтесь также на канал, нажимайте на колокольчик. На этом все, скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока!